Полуфинал чемпионата России по гиревому спорту собрал в Омске атлетов Сибири, Урала и Дальнего Востока. Зональные соревнования прошли в ДЮСШ Олега Охрименко с 14 по 16 апреля. На помосты престижного турнира вышло немало титулованных гиревиков, чемпионов мира, мастеров-международников. Нравится, конечно. Зал хороший, гири хорошие, судейство справедливое ко всем участникам, независимо от их спортивного ранга. Ну, считаю, по минимуму выступил нормально. Сборную азиатской зоны и достойно выступить на чемпионате России в Томске. Вот основная задача всех без исключения атлетов. В этой борьбе с собой и соперниками было установлено немало личных рекордов. Установил личные достижения этого сезона соревновательного. Занял первое место в толчке, в рывке. В принципе, ну как бы ожидаемый успех, но все равно соперники не стоят на месте. Они где-то дышат в спину очень близко, где-то далеко, но все равно, ну... Не приходится расслабляться. Очень много ребят с команд Омской области, молодых, перспективных, выполнили нормативы мастеров спорта. Мы очень рады этому событию, что именно здесь, в Омске, на родной земле, у них останется теплая память об этом турнире, что они здесь когда-то выполнили норматив мастера спорта. Это почетное звание. А мячи действительно не подвели своих земляков-болельщиков. В общей сложности наша команда выиграла 17 наград различного достоинства, включая 7 золотых медалей. Большинству из победителей и призеров турнира предстоит показать себя на финальном этапе чемпионата России, который пройдет с 9 по 12 июня в Томске. Традиционно сильный десант отправится из Омской области.